вернусь туда точно когда-нибудь заново. Ночь не хватает чего-то, кого-то. Свет солнца заменит свет светодиодных лент. Время идет, но локация не меняется. И мне всегда это нравилось. Я не могу понять, что действительно правильно. И применимо ли вообще это слово для нас? Я не могу понять, стою ли я на месте. Или это мой способ подняться выше. Побывать хотя бы раз на своей крыше. И хоть один раз в жизни увидеть моя. Меня волнует, где я был 12-м году. В книгах, как Google Maps. Поэтому мы просыпаемся с утра для того, чтобы снова пойти на работу.